Всем привет, сравнение смартфонов Samsung Galaxy A22 в черном цвете против Apple iPhone 7. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость и наличие данных устройств. По внешнему виду, видимо, отличаются, конечно же, устройства по габаритам. Сзади одинарная камера у iPhone, а тут квад-камера, и отличается материал корпуса. Тут глянцевый пластик, у iPhone металл, цельнометаллический корпус. Диагональ дисплея 4,7 дюйма у iPhone 7 и 6,4 дюйма у Samsung A22. Так, есть джек для наушников у Samsung, у iPhone джека для наушников нет. И слот на 2 нано сим карточки, microSD карточку для расширения памяти у Samsung имеется, у iPhone только на 1 нано симку. Так, разблокируем устройство. Дисплей у iPhone IPS, у Samsung AMOLED, примерно 280 ppi получается на HD дисплее 4,7 дюйма, примерно получается 280 ppi, у iPhone почти 330 ppi, 326, тут тоже HD дисплей, но диагональ меньше, IPS AMOLED. И еще преимущество Samsung заключается в том, помимо того, что, как по мне, AMOLED матрица она получше, то, что 90 Гц поддержка, у iPhone стандартная 60, тут 90 Гц, повышенная частота обновления кадров дисплея. Особенно это будет ощущаться в браузере, в социальных сетях, то есть дисплейчик тут будет поплавнее работать на Samsung. Окей, по производительности. iOS 14.4.1, тут One UI Core 3.1 и Android 11. Процессор Apple A10 Fusion, тут MediaTek MT6769, 8-ядерный, тут 4-ядерный, 2 ГБ оперативной памяти, тут 4 ГБ оперативной памяти у Samsung. Смотрим результаты тестов. Так, одноядерный, мультиядерный тест. Одноядерный выиграет iPhone, а мультиядерный примерно одинаково набирают устройство. Хорошо. Также откроем теперь AnTuTu Benchmark. Посмотрим на цифры в AnTuTu Benchmark. Так, 160 тысяч. Тут 223 тысячи. iPhone 7 выигрывает у Samsung AnTuTu Benchmark. Давайте посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Вот, открываем сайт Samsung. И перейдем вот по вот этой вот ссылочке, например. Возвращаем назад. По этой ссылочке одновременно переходим. Samsung крузит ее быстрее, iPhone догоняет. Возвращаем назад. Еще раз. Теперь iPhone был быстрее. Теперь Samsung был быстрее. В общем, примерно, да, равенство в работе интернета. Вот, что касается Store. Откроем Play Market и App Store. Play Market загружается быстрее. App Store думает. Так, и что... Хочу отметить, что на вот этот вот Samsung Play Market работает намного быстрее, чем App Store на 7 iPhone. Да и вообще, да, Play Market в целом на смартфонах на Android работает намного быстрее. Скачивает программы аналогичные, будут скачиваться в разы быстрее, то есть в 10 раз быстрее с Play Market, чем с App Store. То есть PUBG Mobile тут будет скачиваться в районе 1,5 часа, тут он скачается за 5 минут. То есть вот реально, реально такая вот ситуация. У нас настолько большая разница по сторам. Переходим теперь к тяжелой игрушки PUBG, открываем одновременно. Смотрим, кто быстрее загрузит игру. Samsung загрузил игру быстрее, хорошо. Давайте посмотрим по графике, как игра работает. Так, настройки, графика. Видим, на iPhone на уровень лучше работает игра по графике. Максимальный уровень графики тут просто высокий, средний. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на камеры этих устройств в обычном режиме, в сравнении сможете оценить качество.
На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Call Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!